Немного поп-рокса, и разноцветные киллеры уже атакуют своих противников. Кажется, Ники не ожидала такого накала страстей, и ей срочно нужен огнетушитель. Это настоящий фейерверк! Какая слаженная командная работа! Зовите подкрепление, ей одной точно не справиться! В бесконечном рабочем ритме не хватает релакса. Минутка с баунти и райский отдых в тропиках обеспечен. Рос точно попал в мечту, а все его рабочие отчеты подождут. Жаль только, что кокосовое наслаждение быстро заканчивается, и приходится снова возвращаться к реальности. Хейли не хватает райского наслаждения. На кокосовом ринге становится очень жарко. Но скорлупа кокоса непобедима. Хейли нужен отдых и новая боксерская стратегия. Этому неравному бою точно не хватает случайных обстоятельств. Теперь кокосовому сопернику придется отдать свой титул чемпиона и окончить свою спортивную карьеру. Банан всегда полезный перекус. Но иногда даже и на него не хватает времени. Сегодня у пончиков полицейских необычный вызов. Банан, выброшенный на автостраду, у которого нет признаков жизни. Похоже на неумышленное убийство. Работа сделана, дальше дело за судмедэкспертами. Пора отведать вкусный десерт. Маленькой клубнике очень понравился новый дом. Но Тому, кажется, не по нраву такой надоедливый житель. Назойливая клубника не собирается сдаваться. Она готова отстаивать свои жилищные права до конца. Но, видимо, не в этот раз. Этот Чупа-Чупс очень стеснительный парень. Его трудно оторвать от любимой книги. Скромнику нужно сменить закрытый купальник на более модную модель, например, на бикини. А вот шапочка у него всегда в тренде. Россу захотелось приготовить попкорн к просмотру фильма. Маленькая кукурузка очень обрадовалась, что скоро станет настоящей попкоринкой. Новый боевик оказался довольно увлекательным. А попкоринка радуется солнцу и уже вовсю взрывает танцпол. Попкоринка уже сама не прочь сходить в кинотеатр. Кажется, запахло жареным. О нет, Росс опоздал, и рыжая красотка стала брюнеткой. Кто теперь оплатит ей поход в салон красоты? Наконец-то Росс пообедает после насыщенного дня. Но проблема в том, что он не умеет есть палочками. Как же ему подобраться к этим сушам? И его пальцы не поддаются дрессировке. Неужели придется просить вилку? У Росса тоже припасено пару приемчиков. У розовой жвачки появился новый милый домик. Увы, не всегда можно выбрать соседей. Иногда попадаются противные типы. К счастью, этот парень уже переезжает. А вот запах его старых носков остался. Ник мечтал стать стилистом. Именно поэтому он любит дополнять все красивыми акцентами. Немного розового топпинга и у мороженого теперь самый крутой лук. Не хватает еще голубого цвета для баланса. Отлично, теперь образ безупречен. Но что это? А этот аксессуар точно был лишним. И как только можно было испортить такой крутой лук? Может, Нику пора мечтать о другой профессии? Какой бургер без вкусного соуса? Том решил добавить своему бургеру немного пикантности. Пару капель не помешает.
Что это? Кажется, на ринг вышел соус табаско. Он рекордсмен по нокдаунам в своей категории. У противника просто нет шансов. Бой окончен, и табаско установил новый рекорд, став чемпионом мира среди всех соусов. Печенье с молоком. Разве можно найти что-то вкуснее? Жизнь парня Орео не всегда в шоколаде. Он думает, что будет суперзвездой. Но, увы, продюсер Том решил иначе. Он разрывает с Орео контракт. Какая досада! Всего несколько секунд, и его репутация подмочена, как и новый костюм от Армани. Ну все, кажется, пора переходить на рекламу красок для ремонта. Или сняться в клипе у местного артиста. Теперь Орео понадобится новый рекламный агент, а Тому новый перекус. Росс решил пранкануть Ника и добавить его напитку немного суперлетающей способности. Удачный момент выбран. Красотка Кола не ожидала встречи с таким взрывным красавчиком и согласилась пойти с ним на свидание. Но внезапное землетрясение нарушило все романтические планы. Кажется, чувства влюбленных превратились в неуловимый поток эмоций. Упс, может, хоть второе свидание окажется более удачным? У этого апельсина огненный темперамент. Его девиз – энергия через край. Он только выглядит как эспандер, но предназначен для других целей. От такой физической нагрузки с этого спортсмена сошло 7 потов. А Ник заслужил апельсиновый фреш. Пока никто не видит, Том спешит полакомиться джемом прямо из пакетика. Оу! Он нечаянно выпустил на волю липкого ягодного эльфа. Что? Сейчас кому-то очень достанется. Какая сладкая победа! Друзья чипсы обожают крутые рейв-вечеринки. Вот это драйв! Диджей разрывает танцпол своими треками. Просто взрыв эмоций. Эй, там, за пультом, полегче! Как насчет идеального перекуса? Ник решил устроить маршмеллоу усердную тренировку по стретчингу. Немного разминки перед началом не помешает. Сегодня у тренера особая программа. Кажется, кто-то не рассчитал с нагрузкой. Как жарко! Принесите воды! На завтра крепатуры точно не избежать. Не гордится своей ученицей. Гибкость теперь что надо. А это упражнение точно не опасно для жизни. Любимые летние ягодки. Вишенки подружки всегда вместе. Но наступает момент, когда их приходится разлучать. Неужели они больше никогда не встретятся? О, нет! Привет, подружка! Какое счастливое воссоединение! Картофель фри часто бывает неуловим. Но у Боба свои методы. Так-то лучше. В этом фри-марафоне побеждает коробка. Поздравляем Боба с победой! Вы знали, что мороженое очень любит приключения? Да-да, авантюризм – его второе имя. Например, попасть под фисташково-сиропный дождь. Какое блаженство! Чтобы еще придумать, можно встретить шумную и веселую компанию. Провести время с друзьями гораздо интересней. Согласны? Ник обожает Ментос. Но какая конфетка без своей лучшей подружки? Пора звать в гости шипучую рыжулю.
В компании с колой это всегда взрывная смесь. Оу, пенная вечеринка в самом разгаре. Макс – любитель японской кухни. Но в мире суши всегда идет борьба за место под солнцем. Сегодня красотка Нигири в боевой форме. Какой удар! Она ловко справляется со своими конкурентами. Так бывает, что победа достается одному. Оу! Кажется, кому-то нужна реабилитация. Нигири теперь королева ужина. Поздравляем с победой! Выбор конфеток Skittles похож на конкурс красоты, где каждая девушка по-своему красива. Как же выбрать, когда они все такие яркие? О-ля-ля! Эти красотки умеют вскружить голову. Но зачем выбирать одну, когда можно попробовать сразу всех? Отличная идея! Ник сегодня просто счастливчик. Пожелаем ему хорошего вечера. Алекс не любит косточки в арбузе. Именно поэтому арбузу часто приходится бывать в барбершопе. Ведь только с идеально состриженной бородой можно впечатлить Алекс. Теперь то, что надо. Упс, кажется, нужно искать другого барбера. Жизнь чайного пакетика прекрасна. Каждый день спа-процедуры и безлимитные теплые ванны. Море удовольствия для всех. Для Алекс ароматный чай с клубникой. А для пакетика долгожданный релакс. О боже, зомби-брокколи наступают! Хейли, спасайся! Ты сможешь! Или это кто-то снова не поел перед сном? Любимый шоколад Хейли. Упс, вот только сам шоколад очень творческий парень. Любит оставлять везде свои следы. Хорошо, что всегда можно позвать на помощь и зубного мастера. Он знает, как ликвидировать этого уличного хулигана. Привет, голливудская улыбка! Бонни нашла интересный рецепт салата из капусты. Ей нужно больше хрустящих листьев. Хорошо, что у капусты их много. Ох уж эти девушки, им всегда не хватает денег для счастья. Как жаль, что они быстро заканчиваются. Придется ждать подарков судьбы. Или лучше искать себе новую работу. Жизнь пиццы полна сюрпризов. Сегодня высыпание из салями. А завтра тянущийся сырный налет на коже. Ох уж эти проделки повара. Очень важно не паниковать, а смириться и принять себя такой, какая ты есть. Ведь каждая пицца по-своему прекрасна в глазах шеф-повара. Кастинг в ланчбокс для Тома всегда строгий. Сэндвичу зеленый свет. Красотка-морковка тоже хочет на вечеринку. Почему бы и нет? А как насчет брокколи? Будем с ней зажигать сегодня? Или оставим на ужин? Ну уж нет, парень. Ты сегодня не в списке приглашенных. Ищи другую вечеринку. У Джейн сегодня тропический перекус. А вот у ананаса ответственная щипательная миссия. Джейн, может, еще кусочек? Как непросто живется авокадо. Это бесконечная борьба за стройность. Куда деть эти лишние килограммы? Когда ты любимый полезный завтрак, ну, у самого проблемы с фигурой, в ход идет любой спортивный инвентарь. Уже полдня в спортзале и ничего. Неужели не быть фрукту фитоняшкой?
Давай, еще разочек. Ура! Это победа! Теперь авокадо стройнее банана. Мистер Сосиска не любит спешки и тщательно готовится к каждому выходу. Он прирожденный денди, а его главное качество – пунктуальность. Рядом с ним может быть только настоящая королева. О нет, она опять забыла о правилах этикета за столом. Все любят виноград, особенно ощущать, как каждая виноградинка лопается во рту. Но парню так тяжело прощаться со своими ягодками. Кажется, он не в восторге от такого аппетита, Джейн. Она беспощадна. Даже у последней ягодки не было шансов на выживание. Том мечтает похудеть к лету и показать на пляже свой шикарный пресс. Вся надежда на полезные продукты. Вот бы тортика сейчас, а не вот это все. Пора оценить результаты. Упс, кажется, лишние килограммы уходить не собираются. Так вот откуда они берутся. О нет, пора снова на тренировку. Выход на сцену освежающей колы. Какой лук? Прическа отпад. Нужно еще пару кадров для журнала Vogue. Что это? Кажется, пора сменить визажиста. Репутация подмята знатно. Росс запекает круассан для перекуса. Нежной выпечке нравится ощущение тепла у себя на коже. Температура такая комфортная, что можно почувствовать себя на курорте в Дубае. Ну, наконец-то, долгожданная золотистая корочка. Россу не терпится уже перекусить. Какой фильм без вкусных чипсов? Но когда это новый вкус Доритос, то он может нравиться не всем. Любовь должна выдержать любое испытание, даже если оно похоже на запах ношенных носков. Лиа пробует конфетки из Гарри Поттера с сюрпризом. Что же приготовили эти ребята? Спелый банан танцует свои танцы. Теперь время голубой конфетки. Это же взрывная свежесть мяты. Ух, освежает. А что у нас в зелененькой конфетке? Чумовая груша. Нельзя не скушать. Пожалуй, это самый вкусный вариант. Нужно повторить. Эй, кто подсыпал груша козявок? Верните прошлый вкус. Несмотря на всю сладость малины, у нее все-таки есть пару недостатков. От этой прилипалы тяжело избавиться. А еще она не может терпеть эпиляцию. Именно поэтому у нее такая большая степень лохматости. У Лии жевательное настроение. Хуба-буба уже готовится побить все рекорды по воздушным масштабам. Ну все, теперь самый большой шар готов. Упс, кажется, кто-то перестарался с насосом. Джейн готовит пирог. Для воздушной основы тесто нужно хорошенько размять. Ему не помешает полноценный сеанс у профессионального массажиста. Несколько коронных движений, и тесто становится уже мягче. Нужно размять каждую складочку. У этого массажиста золотые руки, ему точно нужно оставить щедрые чаевые. Болеть всегда неприятно. Кто сказал, что лимон помогает? Он только больше раздражает. Хорошо, что на помощь всегда придет сахар. Этот сладкий друг выручит в самых кислых ситуациях.
лимонный десерт теперь намного вкуснее. Уборка – это всегда скучное занятие. Но иногда в бардаке есть приятные сладкие бонусы. В главном офисе мозга не хватает новых идей, и скоро начнется сонный час. Хорошо, что Сникерс знает, как зарядить батарейки. Мозг включился. Сколько идей, и как их только успеть все реализовать? Турборежим включен. Сникерсовое чудо сработало. Пора к новым свершениям. В комнате снова порядок. Мама будет в восторге. Банан всегда мечтал познакомиться с красоткой Брокколи. Вот только Брокколи не успела рассказать, что у нее есть парень. Ох уж эти флиртующие девушки. Вот так легко и рушатся судьбы молодых бананов. Росс обожает карамельные конфеты. Говорят, эти сладости проходят курсы по монтажным работам. Сегодня у карамельки важная миссия. Нужно закрепить свой след на зубах Росса. Как ни сопротивляйся, у конфетки еще много инструментов в запасе. Пора доставать свою метку. Цель достигнута. Теперь Россу поможет только стоматолог. Обед быстрого приготовления всегда выручает, когда у тебя мало времени. Лапша, как любая девушка, очень любит спа-процедуры. Ведь горячий пар улучшает качество кожи. Сегодня Том постарается и не жалеет дровишек в сауне. Лапша готова. Кожа идеально распарена. А от повышенной влажности прическа стала еще кучерявее. Вкус пряной вермишели просто идеален. Алекс ест сэндвич с индейкой. Вот только у крошки хлеба случились другие планы. Сегодня ей особенно хотелось общения, ласки и тепла. Новый друг, язык, должен был скрасить ее вечер. Завязалось милое знакомство, но все испортил ледяной дождь. Дружбу смыло водой, и Алекс снова может насладиться сэндвичем. Теперь придется искать нового друга. Эй, что здесь произошло? Преступление расследуют настоящие пончики, профессионалы. Ни одна улика не останется незамеченной. Вот он, коварный злодей. Нет-нет, только не это! Ну за что? Алекс и не догадывается, как повлияло на ход следствия. Грустный поворот судьбы. У Хейли банановая пауза. Какой-то неподдающийся фрукт. Забавное акробатическое представление. Кому-то вкусно, а кому-то... стыдно. Тот случай, когда вместиться в платье мешает любовь к снекам. Ароматные чипсы или роскошный наряд. Вот это испытание. Бетти свой выбор сделала. Что ж, красота требует спортивных жертв. Итак, пора действовать. Истинная повелительница беговой дорожки. Немного приседаний с гантелями и эффект налицо. Лишние кило буквально растаяли. Какая встреча! Все гардеробные муки в прошлом. Подумаешь, пару чипсин не испортят фигуру. Но и не сделают ее красивее. Жуй веселей, ни о чем не жалей. Обидно, когда дружеский киносеанс внезапно прерывается. Никаких перерывов! Строгие друзья, что сказать? Кажется, у Росса есть гениальная идея. Маленький Кит-Кат способен решить большие проблемы. Отлично, выход найден.
как насчет невинных розыгрышей? Так-то лучше. Итак, шоу начинается. Попкорновый водопад и фонтан из Кока-Колы – развлечение для избранных. Прежде чем насладиться сочным киви, его нужно побрить. Оливия об этом не забыла. Процедура нудная и неприятная, но обязательная. Вот так, казалось бы, ничего сложного. О, нет! Что ж, фруктовая компания не готова к таким жертвам. Поймай меня, если сможешь. Бетти явно не фанатка чесночных чипсов. Что за отвратительный запах? Наконец-то, теперь и до Бобы дошло. Ароматная жвачка – неплохой способ избавиться от чипсовых следов. Вот так, безжалостно и беспощадно. Да-да, конечно, и Бетти в деле. Небольшой надувательный эксперимент. Как жаль, но все закончилось липким провалом. Печально. Этот голубой капкейк покорил Кевина. Еще бы! Такое произведение кондитерского искусства. А что, если фиолетовое лакомство аппетитнее? Может быть. Упс! Сладкоежку подвели руки-крюки. Но еще не все потеряно. Розовый капкейк – действенное средство от стресса. Главное – не уронить. Моника обожает Скитлз. А вот Скитлз ее нет. Чтобы поймать это драже, придется потрудиться. Его голыми руками не возьмешь. Отчаянный боец. Но голодная решительная Моника тоже виртуозно владеет приемами. Ну вот, и конец этой Скитлз истории. Настоящие герои конфетного фронта. Им будет о чем поговорить. Перед Бобом стоит сложнейшая задача. Интересно, кто же победит в этом поединке? Сражение не на жизнь, а на смерть. Накал страстей растет. Яркое рыцарское зрелище. А вот и победитель. Такого не ожидал никто. Правду говорят, третий лишний. У Ника серьезные планы на картошку фри. Немного острого кетчупа. Это просто божественно. Остановиться и прекратить есть нереально. Лей, не жалей. На вкусе нельзя экономить. Хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам. Ого! Бетти соковыжимальных дел мастер! Вот только есть одно маленькое «но». Апельсиновое наслаждение под угрозой. А что если так? Странный маневр. Теперь все на своих местах. Ну, почти. Боб без ума от легкого ароматного попкорна. И, похоже, эта симпатия взаимна. Пришло время ночного отдыха. Но отношения с едой бывают так непредсказуемы. И чересчур навязчивы. С таким воздушно-кукурузным сопровождением бессонница обеспечена. Покой Бобу только снится. Когда смотришь ужастик, сложно держать себя в руках. Эмоции то и дело зашкаливают. Эти пугающие звуки сведут с ума кого угодно. Или лучше взглянуть в глаза своему страху? Смелый шаг. Так вот этот страшный монстр. Элли ждет сытный обед. Лапшово-овощной тандем выглядит стильно. Милота. Не так ли?
Идеальный сливочный коктейль с клубничным дополнением. Мечта. Но к чему этот лишний аксессуар? Вот то, что действительно нужно. Ливень из сиропа начался так внезапно. Впрочем, ко вкусу претензий нет.